Добрый день, дорогие сябры. Сегодня 29 сакавіка. Вот я снова в своем лесе и здымаю первые весновые кветочки. И они появились уже, ну, уже неделю назад, эти кветочки были. Вот они такие фиолетовые, видите? Такие кветочки. Навод некие они нахиленные сегодня, потому что ночью был заморозок. Вот такие кветочки. Весенние. А так они вельми чудовно выглядают. Эти кветки. Ну, тут несколько кустов их, окромя этих, которые я сдымаю. Есть и другие кустики. Вот, ну, например, вот кустичок. Вот такие. Эти кветочки. Давайте совсем близко, когда их подъедем. Вот такие кветочки. Пришла весна.